Доброго всем дня. Погода на улице нелетная, ветреная. Решила дома немножко побыть. Вроде бы огородные дела все закончились, можно сказать так. Сегодня был мороз у нас, минус 1 градус. Ну, сейчас немножко там хоста потрепал. Еще один мороз, и можно будет обрезать. Ну, а так вроде бы все нормально стоит. Листья все целые на деревьях. Резко не было мороза. Я на Валберис заказала вот такие конусы. Они пришли наконец-то. Быстро пришли. Лежали долго у меня они, пока я собралась что-то делать. Хочу сделать трубочки с кремом. Сегодня должен приехать ко мне внук. Надо что-то бабушке спечь ему. Сейчас мы будем с вами делать трубочки. У меня готовое тесто слоеное. Оно уже оттаяло. Взяла его в магазине. Лежала давно. Это я еще брала, наверное, летом по 100 рублей. Сейчас взяла другой, завернутый. Это пластом, а та была завернутая. Уже 150. Ну, ничего. С морозилки достала. Сейчас мы его используем. А то пусть полежит еще на что-то. Я конусы помыла. Всего у меня 6 конусов было. Ну, такие вот они. Ширина 3,5, а длина 14 у них. Я так посмотрела там, как-то меньше есть, а вот чтобы побольше. И цена разная. Это где-то 180 рублей цена на них. Где-то так. Все, сейчас я раскатаю пласт и будем накручивать сюда тесто. И в духовочку. Пойдемте готовить вкусное. Трубочку с кремом. Немножко припудрила мукой. Сейчас я его открою. Где тут мой новый ножик? Наше тесто. И будем раскатывать. Возьмем пока один пласт. Пласты такие вот не маленькие, совсем небольшие. Когда вот такой длинный, наверное, все-таки лучше. А такой вот, не знаю, что у меня получится. Но я сейчас буду его длину раскатывать. Он влажный. Оттаял. И скалочкой его будем прокатывать по длине. Нам надо будет, чтобы навернуть на сам конус, вот такую длинную полоску. Я сейчас постараюсь раскатать. А теперь у меня есть ножик для пиццы. И режу полоски. Ну, где-то 1,5 сантиметра. Где-то поменьше выйдет. Сейчас потом подровняю я немножко. Вот кривовато, мы уберем. А теперь беру конус, немножко, конечно, подлиннее надо. Ну что ж, теперь будут небольшие, значит, они у меня. И вот наворачиваем на него, на этот конус, нашу заготовочку из теста с нахлестом делаем. Когда сам делаешь тесто, конечно, тоже будешь рассчитывать, какая у тебя будет длина. А это покупное. Тут какой нам производитель дал. Ширину, длину. Чуть-чуть не хватает. Вот такой вот получается конус. И я сразу ложу его на противень. Швом вниз. Потом покажу вам. Так, у меня еще осталось 3 штучки. Завернуть. Трубочки будут у нас сейчас. Посмотрим, что получится. Делаем небольшой нахлёст.
сразу не очень получается, конечно. Надо руку ко всему набивать. Но вроде бы что-то выходит. Вот. Сейчас еще одну. Тут я пошире отрезала. И эту сейчас вам покажу. Начала вам показывать звонок. Я пока выключила, думаю, кто ж там такой-то. Русский стандарт. Добрый день. Ой, да идите вы. Вам одобрен кредит. Не надо нам. Когда надо, мы сами придем. Вот прям надоели. Звонит и звонит. Или звонят, звонят. Так, все. Это как тот получше. У меня уже пошло дело. И получается прям на всю. Может, просто надо пошире? Ну, я же говорю, первый раз. Без опыта. Так что, девочки, будем учиться. Вон какая трубочка получилась хорошая. Духовку я уже разогрела, а сейчас вот тут яйцо и молоко у меня. Сейчас я их обмажу. На антипригарный коврик расстелила. Положила наши трубочки. И вот сейчас теперь надо их аккуратненько обмазать, чтобы они были красивые. Со всех сторон. Температуру делаем 190-200 градусов и отправляем на 15 минут. Ну, надо смотреть по своим духовкам, как они у вас работают. Так что, пойдемте выпекать. Вот такие вот получились. Это первая заготовочка. А здесь я только что достала вторую заготовку. Вот. Юля сделала с конуса. Вернее, конус фольги. Можно и так, конечно. Но все-таки конус есть конус. Сейчас остывает. И будем делать с вами белково-заварной крем. Вытаскиваются они легко с конуса. Раз и готово. Очень даже удобно. Никаких усилий. Само тесто как-никак маслянистое. И вот поэтому они легко вытаскиваются. Сейчас я отмерила сахар. У меня идет 170 грамм сахара, 70 грамм белка и 50 грамм воды. Сейчас будем с вами, это сейчас пока в сторонку, будем варить сироп. Белок буду взбивать в планетарном миксере, я уже достала. А сахар, сироп будем сейчас варить на газе. Так, и мешочек уже приготовила, чем буду наполнять. Тихо. Высыпаю сахар, выливаю воду и ставлю на огонь. Где моя джиджигалка? Вот она. Тихо. Применяет градусники, но я варю на глаз. Мой глаз меня не подводит. Никогда. Вроде бы получается все. Сейчас пока там сироп поварится, и буду взбивать сам белок. Вот он, миксер мой. Здесь белок. Можно даже уже и вылить его. Комнат температуры. Добавлю ваниль сюда. И чуть-чуть соли. И все это буду взбивать. Но пока буду варить сироп. Соль немножко брошу. Для вкуса.
И будем ждать сироп. Так, и чуть-чуть еще добавлю лимонной кислоты, чтобы не закристаллизовалось у нас тут. Уже зашумел. Перемешаем. Сначала он будет плавиться, потом закипит. Сахар имею в виду. И где-то 7 минут будет вариться. Тут пусть потихонечку кипит, я включаю белки. Опускаем. Что-то тут у меня попало. Кто-то тут у меня. Да не кто-то, пузыречек он тут попал. И вперед. Все, крем готов. Вот он какой. Плотный. Хороший. С него можно делать разные цветы. Розочки там, например. Лилии, хризантемы. Что вам надо. Белково-заварной крем. Используется в тортах. Все, сейчас я в пакет и будем с вами начинять. Пока мне надо ее очистить, этот венчик. Венчик. Вот он. Это пойдет у нас мыться. Хватит, думаю, что тут особо-то очищать тоже нечего. И сама масса. Так. Вот он какой крем. Сейчас я его в мешочек отправлю. Он еще теплый. Кондитерский мешок с насадкой. Сейчас будем накладывать сюда. Закрутим. Ну и пошло дело у нас. Теперь осталось совсем немножко. Видишь, как красота. Вот вам и готовые трубочки. Сейчас еще крем добавлю. Осталось 3 штучки. Это бухает воздух. И последнее. Ой, ветер прям аж слышно, как гудит у нас в котле. Все. Трубочки мои готовы. Юля стоит, хрумкает за кадром. Ай. Зовет. Зовет. Ну и что, Юль? Ничего, обычная трубочка. Да? Угу. Ну, это Андрюшка еще приедет. Крем он любит у меня. Оставлю пока так. Вот они какие красавицы. Что показываю? Нормально?
Вроде вот так вот чуть-чуть еще. Говорю, Андрюшки, гляньте, стоит. Облизывай. Тихо-тихо, что-то там какое-то это. А, этот мешка. Мешок, я думаю, волос. Мешок! Сходил в туалет, вышел, все. Ну, не люблю, когда волосы. Приятного аппетита. Без аппетита летит. Так, а тут Андрюшка сейчас приедет, будет облизывать. Ему тоже хватит. В тазике вон сколько. Он любит такой крем. Трубочку само не ест, а крем с удовольствием. Вот, мои хорошие. А? Красота, красота. Ну, ты же стоишь. Ну, все, мои хорошие девчонки. Вот такие трубочки получились у меня. Ну, для домашнего чаепития самое то. Ну, в другой раз надо... Так, ну, такие же. Такие же, да? Угу. Ну, и хорошо, раз так угодила я. Иди, руки мани. Влезла. Крем он такой липучий. Надо другое тесто. Если кто умеет делать свое, то, конечно. А с покупного тоже ничего. Ну, со своего как-то интереснее. Так что все, сейчас буду встречать внука. Прям 20 минут он придет. С хлебом, солью. С хлебом, солью. Как назвать-то? С трубочками его встречать буду. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч, мои хорошие. Всем пока.